Предлагаю вашему вниманию рецепт куличей крафен с двумя разными начинками. Кулич крафен с изюмом и крафен с орехами и шоколадом. Куличи получаются тяжелыми, ароматными, сытными, вкусными и выпекать буду в керамических чашках. Количество ингредиентов и рецепт также в описании под видео. Соединить сахар, ванильный сахар, молоко теплое и дрожжи. Перемешать 1-2 минуты, чтобы сахар растворился. После добавить яйца комнатной температуры, топленое сливочное масло и муку. Хорошо вымесить тесто на протяжении 10 минут, оно не должно липнуть к рукам. Переложить тесто в миску, смазанную небольшим количеством растительного масла, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 1 час. Тесто должно увеличиться в 2-2,5 раза. Далее разделить тесто на 4, 6 или 8 равных частей, в зависимости от того, какого размера вы планируете выпекать куличи. Я буду выпекать в керамических чашках диаметром 10 см, высотой 8 см. Керамика отлично выдерживает температуру 180 градусов Цельсия. Точно так же подойдут бумажные формочки. Я разделила тесто на 4 части. Каждую часть нужно немного обмять и округлить. Накрыть пленкой и оставить на 15 минут. Далее каждую часть нужно тонко раскатать толщиной 2-3 мм. Смазать небольшим количеством сливочного масла и поверх добавить начинку по вкусу. Изюм предварительно залить кипятком на 10 минут и после обсушить на бумажном полотенце. Свернуть тесто в рулет, прищипнуть края и после разрезать его на две части, вдоль, не до конца, оставляя 2-3 сантиметра. Далее каждую половинку свернуть улиткой разрезом снаружи. И после аккуратно одну половинку положить поверх второй. Переложить заготовки в форму, предварительно смазав небольшим количеством растительного масла. Вторая начинка у меня орехи, подсушенные на сухой сковороде и после измельченные блендером. И шоколад, натертый на мелкой терке. Точно так же свернуть в рулет. Разрезать на две части и свернуть улиткой. Переложить все заготовки в формочки, накрыть пленкой и оставить на 30 минут. После выпекать в разогретой духовке до 180 градусов Цельсия 30-40 минут, в зависимости от размера куличей. Проверяйте готовность деревянной шпажкой, она должна быть сухой и чистой. Куличи легко и просто достаются из керамических чашек. Немного остудить и посыпать сахарной пудрой. Куличи крафен получаются красивыми благодаря завиткам, вкусными и ароматными. Благодарю за внимание. Всем удачи!